Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу вам рассказать о том, что было очень важно в первый день нашей встречи. Это мы узнали о принципах создания вирусного видео. Вирусное видео создается тогда и только тогда, когда оно соответствует правилу success. Если это будет так, то видео имеет возможность стать вирусным. Итак, раскрываем, что такое success. Первая буква S – simple. Simple видео должно быть простым, оно должно быть понятно каждому, оно должно быть достучаться до сердца и до разума любого из нас, и тогда многие люди захотят его рассказать, передать другим, поймут сами, и произойдет эффект вирусного видео. Unexpected. Оно должно быть неожиданным. Неожиданность достигается в два этапа. Первый этап – это создание привычного нарратива. Вы создали привычный нарратив, а потом стремительно разрушаете привычный нарратив, и это будет неожиданным. Это будет неожиданным. И следующее это конкретным. Видео должно быть конкретным, должно быть понятным, в нем должно быть все конкретно, это без абстрактных философских понятий. Оно должно быть конкретным, то, что сопровождает нас в повседневной жизни, то, что всегда с нами. Оно должно вызывать доверие. Это еще одна из... Credible. Оно должно вызывать доверие, и вы должны четко понимать, что то, что там происходит, это действительно произошло на самом деле, либо могло бы произойти на самом деле. И вы это готовы поверить тысячи, а может быть даже миллионы. Они готовы в это поверить, и они захотят, чтобы в это поверили другие. И это может иметь вирусный эффект. И, наконец, ES, сразу две буквы, это emotional stories. Stories – это должна быть законченная история с началом, с финалом, с развязкой, завязкой и, главное, с катарсисом. Это может быть очень короткая история, но там должен быть катарсис, и он должен задевать эмоции. Не только разум и не столько разум, а именно эмоции. Он должен вызвать небольшую эмоциональную бурю, переживания. Это вызовет желание это видео распространять. Только тогда, когда вы делаете по правилам success, вы имеете возможность создать вирусное видео. Да пребудет с вами вирусное видео, много хороших и разных. Спасибо за внимание, счастливо.